1 апреля в Щелкове стартовал месячник по благоустройству. Главная задача – за короткий срок привести территорию в нормативное состояние. Коммунальные службы уже приступили к активным работам. Во всех частях города можно заметить сотрудников и спецтехнику. В первую очередь проводятся работы по наведению чистоты и порядка во дворах, а также на территориях муниципальных объектов. Приведут в порядок после зимы и детские игровые и спортивные площадки. Дороги уже промывают и вручную очищают прибордюрные зоны. Организации и предприятия обязуются обеспечить опрятный вид в границах своих территорий.